Всем привет, друзья! Мы идем в больницу. День второй. Мы едем в Кронус Хоспитал. Там ей сделают все необходимые анализы. Возьмут. Ой, рюкзак. Перевешивают. Надо его снять. Там у нас плед. Что мы будем ехать в рикше, чтобы она не замерзла. Ой, на улице хорошо вроде, да? На улице хорошо. Хорошо, да. Сейчас 2 минуты приедет драйвер. Собачка! Малыши наши! Энджел! Все, идем туда. Что? Ну подожди. Не, пусть тут. О, бегут. Саш, ну ты можешь себе какого цвета она сейчас будет? Эй, мои хорошие. Вот это моя любимая. Да? Она не больно. Она не грязная сейчас будет. Вот в чем проблема. Мы всегда дружим, всегда. Вот эту я назвала Веснушка. Ага. У нее нос такой, пятнышко. Ну что, скоро сейчас приедем. Сейчас 1 минута, да. А он сюда прям подъедет? Ну вот сюда может. Коровы там, да. Правильно, это корова. Куда? А вот это, Саша. Эй, что за? Взгляд в голову. Ага. Мама. Это не мама, Энджел, я что, корова? Она говорит ма, а не му. Стой. Мы подъезжаем уже в Кронус Хоспитал. Энджел, как обычно, спит в рикше. Ясно, тепло оделась, потому что мы едем в рикше. И немножко прохладно, но вот в этой кофте вообще классно. То есть сейчас сложность, чтобы подобрать одежду, которая будет нормально. То есть ты не поймешь, что жарко, что холодно на улице. Ребята, приехали в Кронус Хоспитал, уже оплатили. Здесь это стоит 4300, а не 11 000. Да. Сейчас я уже буду брать кровь повторно. И мы уже сдали кал. Мочу завтра. Вот, у нас спит, еще не подозревает. Что кажется, что сегодня будет это не так, как вчера прошло все. Может, потому что сонная? Сонная, да, она сейчас проснется, не поймет. Ну, еще от врача зависит. Надеюсь, все будет хорошо. И снова мы в нашей больнице, Кронус, где всегда, если какие-то проблемы, мы всегда приходим. Зайчка, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, масенька моя. Не больно. Хорошо. Все хорошо. Everything is good. Ты моя сильная, ты моя my hero. Моя девочка. Ты умничка. Все. Финиш. I worry more than she. Oh, strong baby, strong. Молодчинка. Ты такая девочка, ты моя героиня маленькая. Ой, скажи, разбудили. Боже мой, скажи, так спала хорошо. Она такая сначала не поняла, потом уже когда брали, не когда укололи, а когда брали, да. Она так чуть-чуть и такая, меня аж трусит больше, чем ее. Да, зайчка. Боже мой. Ну как вы задолбали, скажи. Энджел. Умничка. Все, теперь ждем результаты. Какие-то результаты будут через 2 часа. Какие-то через 6 часов, короче, вечером. И что-то будет завтра. Какие-то результаты. Нам еще надо мочу сдать. Но это как только вот она сходит. Ну, завтра надо утром, чтобы она на горшок сходила, и я привезу сюда. Сама съезжу, быстро привезу. Да. И все, и будем ждать результаты. Подожди. И скинем тогда доктору завтра. Хорошо. А сегодняшние анализы мы же не ждем, нет? Не, уже все. Все уже сделали, просто... Да, зайчка? Не, куда? Да, телевизор. Телевизор.
Анжели. Стиляга наша. Кстати, писали в Ютубе за этот костюм, спрашивали, мама шила? Отвечаю, мама шила. Мой любимый костюм. Так, побудь, что я с ней, сейчас просто в туалет схожу. Да, Анжели? Да. Ой, hello. Hello, hello. This is Anjali, my friend. Кукушка. Да, слышим. So we are done all. Если есть, посмотрим. 24/7. Заходим, пока ждем наше такси. Мы сейчас поедем на Мальвин Агар. А пока что возьмем здесь йогурты. Заходи, заходи. О, сейчас все, шоколадок не будет. Заходи, зайчика. Побежала, побежала. Не, не. Принглс, да, это вкусно. Вкусно, очень. Кстати, можно с сыром взять Принглс. Ой, какое. Какая игрушка. Все, кушаем йогурт. Купили йогурт, круассанчики, шоколадку. Что еще мы купили? Чипсы. Короче, понятно. А сливки для живьем. Да. Вытри, вытри ее. Ложкой. Я знаю вообще-то. Я, Энджел, спасет только салфетки. Как сметана, да? Да. Все. Я ж проголодалась. Все. С чипсы мои. А где салфетки, Саша? Салфетки. Ну, вообще, у меня есть, по-моему. Есть? Да. Я хотела еще взять, но кто-то думал, да, зачем? Как это зачем? Без салфеток никуда. Ну не, я думала некуда вообще, потому что у меня, я думала, не влезет в эту сумку. Да, игрушки приехали покупать на Малевый маркет. Не, не, мы, конечно, не за этим приехали. Я помню, вот здесь вот. Так, нет, вот это. Куда? Ты видал? Боец. Нет, обижать нельзя. Ма, ну мы не в подвальчик сначала, или в подвальчик? А подвальчик, да. Ну ладно, раз уже здесь, давай. Тихо, тихо. Смотри, какие носки красивые, мам. Вот здесь носки какие-то, ну тут они 90 рупий, по-моему, стоили, я их не купила. Очень какие? Теплые какие-то были здесь. Вот я говорила, мяч. Да. А, тихо. Сумочки тут разные. Не, ма, косметички тут вообще... маленький выбор косметичек. Вон только наверху. А тут что, браслеты на руку? Это все быстро порвется, конечно. Что мне для танца, для перформанса? Ничего не надо. Вроде ничего. Ой, какие классные эти. Разные. Ой, какие красивые. Так, все, я иду ее забираю. Иду. Блин, как много людей тут. Машинка, ну естественно, машинка бита. Настоящая девочка, Энджел. Энджел, Энджел, пожалуйста, встань. Машинку не надо, она мне девочка, надо сразу отучать. От... Ей надо вообще куколки, чтобы она как-то... Девчачья была. Он розовую машинку, да, Энджел? Да, я ее показала. Она так раз, она ей нравится. Она сама едет. Не будешь этих? Ну каких спайдермен, Энджел? Ну ты же девочка. Вера, ты же девочка. Зайца, ну. Ну, так что замочишь, и он подходит. Ну, если ей на пешку заяц. Труси ручки, ручки труси. Энджел. Я не знаю, что я забираю. Пойдем, пойдем. Пошли вместе, пойдем. Сейчас догоню тебя. Не надо, не надо. Не хватало, тут еще есть.
остаться. Маме смотрим обувь. Что хорошо, твой сайз? Размер твой? Вообще идеальный. Но ты же без носка. Какой носок? У нас что, зима на заре? А ноги не завоняются? Откуда я знаю? Вот качество, я же не знаю. Как? Ну, хорошо. А когда бываешь такая лапа? Нет, не такая. Да? Нормально смотрится. Но вот так вообще, как в тапочках. Легко-легко. Да? Не маленький? Вообще в идеале. Отлично. А мы не будем другого смотреть здесь купим? Не, можем посмотреть еще там, правда, немного, но... Ну, что-то можно посмотреть еще. Да. Я, конечно, люблю светлую обувь. Ну, есть, не, но эти хорошие. Почему? Кот, цвет нормальный. Светлая стань черной. Ты понимаешь, тут нет шнурков. И они легкие. И, ну... Нет, все, я не дам руку. Не надо туда становиться. Энджел. Ну ладно, давай, там... Энджел! Я поела панипурин, теперь зашли еще в магазин, там мама себе выбирает. No. Решили еще посмотреть обувь, если ничего не выберем, купим те. Боже, какие вкусные панипурин. No. Обожаю. No. Чуть островатенько. Саша, пойдем, Энджел, пошли. Засыпает уже. Мы тут веселимся. Мама крутит барабан, который Энджел сломала. Ух ты! Поняла. Она уже другой стала игрушкой. И кушает папайю. Энджел, смотри, как мячик прям. У нее как кино, знаешь, под попкорн. А я веселю и готовлю спагетти. Да. Сидит с этой тарелкой. Смотри, Энджел. Господи. Не жалко, барабан такой красивый. Она его и изувечила. Да, это то, что осталось от нашего барабана. Ну и как будет? Давай тут покрутим, давай. Покрутили. Пусть кружится там час. Я пока приготовлю. Ты прикинь? Может, там так не будет запихиваться. Ну, ей не надо. Это по чуть-чуть давать. Обед.